специальное предложение только сегодняшнего дня. Это бестселлер прямых эфиров телеканала Shopping Show и Южной Кореи. Это коллаген 500 с витамином С. 120 капсул сегодня вы получаете, и на это предложение действует особенная скидка в 33%. Звоните и заказывайте, ведь это уникальный коллаген. Осьминога Дафлейн, редчайшего осьминога, плюс добавка витамин С для того, чтобы это была лучшая биодоступность, для того, чтобы усваивался коллаген на все 100%. И сегодня, заказывая второй коллаген, его вы получаете всего за 500 рублей. Представьте, ваша экономия, заказывая 3 коллагена, вы уже скидку получаете в 700 рублей. Ну а заказывая 4 любых препарата нашего прямого эфира, вы получаете скидку в 1000 рублей. 120 капсул. И, конечно, сейчас, когда мы с вами поедем на дачу, проблема боли в суставах станет очень и очень активна, да, и это будет очень остро. Поэтому, выбирая сегодня коллаген, вы позаботитесь о том, чтобы вас не беспокоили артриты, артрозы, чтобы вас не беспокоила боль в спине, остеохондрозы, протрузии какие-то. Да, то есть это все подагра, опять же, воспалительные процессы в суставах, хрящи, да, вообще слабые кости, остеоартрозы, воспаление любого вида абсолютно. Мы говорим, что коллаген сегодня помогает, да, помогает укреплять суставы и помогает снимать воспаление. Укрепите свои суставы, избавьтесь от этой боли раз и навсегда, потому что коллаген восполняет все вот недостающие компоненты, которые с годами теряются в нашем организме. С нами на связи сегодня доктор Ли Ван Дже, почетный профессор Сеульского национального университета и президент Корейского общества иммунологии. Доктор Ли, подскажите, пожалуйста, вот сейчас очень много коллагенов можно встретить. В чем уникальность именно вашего коллагена? Корейскими учеными было доказано, что морской коллаген способствует усвоению кальция и других минералов, которые имеют ключевое значение для прочности костей. Употребление морского коллагена может помочь поддерживать здоровый уровень сахара в крови, снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление. А коллаген, извлеченный из красного гигантского осьминога Дафлейна, который имеет максимально близкий к молекуле человека коллаген и аминокислотный состав, отличается от других видов тем, что усваивается организмом, в отличие от животного, и концентрация коллагена в осьминоге в 5 раз превышает концентрацию коллагена в рыбе. Коллаген осьминога – это гидрат белка, в нем молекула коллагена цельная, неразделенная на пептиды, и сохраняет цельную структуру, а значит, лучше усваивается. Коллаген, усиленный витамином С, который входит в структуру белых волокон кожи, костей, хрящей, способствует усиленному синтезу белка, регулирует баланс эластина и в прослойке дермы. Также витамин помогает генерировать природный коллаген, то есть способствует выработке собственного коллагена. Эффективная и удобная форма и приема для 100% эффективности и усвояемости. Буквально 2 капсулы в день, дважды утром и во второй половине дня дают потрясающий результат. Это и укрепление костно-мышечного аппарата, и защита сердца, потому что все мышцы также нуждаются в коллагене. А витамин С помогает легкому усвоению коллагена и выработке собственного белка. Также он регулирует баланс и в коже, потому что это также проявление хорошего качественного коллагена в организме. И коллаген осьминога Дафлейна – это мощный препарат, который имеет высокую степень усвояемости и также в качестве активного источника именно натурального белка. Здесь витамин С и усиленный синтез и выработка, и при заболеваниях, особенно сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Выбирайте для себя, и уже в течение месяца приема вы почувствуете облегчение. Спасибо огромное. Доктор Ли из Южной Кореи сегодня с нами на связи. Учеными доказано, что в определенном возрасте у женщины происходит обвал коллагена. Помогите, страдают наши суставы, наши кости прежде всего. Напоминаю, сегодня у нас действует уникальная акция. Это главный товар дня. Сегодня вы 120 капсул получаете за 999 рублей. Это 3 года срок годности. И вторая упаковка коллагена вы получаете со скидкой 500 рублей.
Третье, 700 рублей будет ваша скидка, и 4 коллагена, допустим, если кто-то заказывает, будет 1000 рублей экономии. Но, впрочем, вы можете любое наполнение корзиночки сделать, добавить, допустим, омегу, добавить коллаген и наслаждаться здоровьем. Весь сезон дачный, который впереди, вы можете наслаждаться путешествиями, работой по своему там саду, огороду. Вы можете не испытывать этой ежедневной ужасной боли. С нами на связи доктор Ли. Доктор Ли, подскажите, пожалуйста, почему так коллаген вообще важен для нашего организма? Коллаген – это структурный белок, и именно коллаген является строительным материалом. Если он слабеет, если он уже истощен, ведь он с возрастом синтезируется все меньше, то это отражается на здоровье. Коллаген с витамином С способствует нормализации и функционированию опорно-двигательного аппарата. Коллаген – это основной структурный белок, который содержится и в органах, и в тканях, обеспечивает ключевые процессы жизнедеятельности внутри и снаружи организма. И витамин С играет важную роль в выработке коллагена, обеспечивает антиоксидантную защиту. А исследования показывают, что регулярное потребление этих питательных веществ обеспечивает организм основными строительными белками, которые помогают поддержать здоровье суставов, костей, волос и ногтей. Капсулы очень легко усваиваются, и вы уже в течение первого месяца почувствуете, что вы справляетесь с болью, у вас реже проявления, у вас улучшается подвижность, вы уже меньше принимаете обезболивающих, и в процессе дальнейшего приема у вас будет укрепление опорно-двигательного аппарата. Заказывайте, и вы, принимая по две капсулы, принимая ежедневно на протяжении первого месяца, будете укреплять. Я рекомендую курсовой прием. И вот посмотрите, профессор доктор Ливанже рекомендует именно двойной курс обязательно, тем более второй вы получите со скидкой 500 рублей. Дозванивайтесь. Срок годности 2 года. Вот каждый второй, да, со скидкой 500 рублей. То есть собирайте свою корзину здоровья, звоните и заказывайте прямо сейчас. Успевайте быть здоровыми и позаботиться о своих близких.